дома команда, мы по будням 3-4 часа вместе играем и час-два по отдельности. А тут больше мы играем намного, тут мы ничем не заняты. Где-то с 10 часов до 6 мы разыгрываемся, разбираем демки. И с 6 часов мы начинаем играть прайки. С 6 и где-то до часу, до 2 ночи мы тренируемся с командами. Конечно же, продуктивность нашей командной игры после буткэмпа возрастет. И у всех команд вообще в кроссфайре, которые сейчас едут на инвитэшнл, есть буткэмп. Теперь все в равных условиях, теперь намного лучше. Есть такие противники, которые нам плохо знакомы. Это те, с кем мы не играли. То есть для нас это Китай, Вьетнам и Филиппины. Мы с европейцами мы играли. С американцами тоже играли. Самый опасный противник — это все команды. Нельзя никакую команду недооценивать. Европа, Америка — они очень сильно прибавили. Играли там 3-2 с китайцами. Пента, которая... Европейцы. 2 года назад они были никем, сейчас они топ-2 мира. То есть все очень сильные. У нас меняются 2 человека. 3 у нас костяк, и 2 меняются. Но эти 2, они уходят и приходят они же обычно. У нас состав — Арсений, Вайс, я, Трик. Ксивер и Дрейс. Про Арсения могу сказать, что он очень инициативный игрок. То есть, если потеряли мы что-то во время игры, нить игры, он может проявить инициативу и очень помогает мне в этом бывает. Вайс, пожалуй, лучший игрок России. У него просто нереальная жесткая стрельба. Никто не понимает, как он стреляет, он сам не понимает этого. Его минус в том, что он полагается на других. Тут в 1-1, в 1-2, в 1-3 ситуации, когда он сам себе предоставлен, он просто самый жесткий. Дальше я иду, ну, про себя ничего не могу сказать. Ксивер у нас считается, ну, может, не самым лучшим, но одним из лучших аймеров в России. На своих позициях он очень жестко играет, все это знают. В принципе, он сыгран хорошо со мной, с Васей, даже с Дрейсом. Дальше Дрейс — это последний наш игрок, которого мы взяли на замену. Он больше играет таких замыкающих, закрывающих роли, отвлекающих роли, дополняет нас хорошо. Именно такой игрок нужен всегда команде. У обычных игроков шансов наша команда попасть нет, потому что мы берем только опытных, даже если нам нужна замена. 5 лет. Ничего не можем показать. Давно пора. В этом году у нас есть все. У нас есть буткемп. Нужно просто брать и выходить из группы. Мы поборемся со всеми. Каждый раунд будем бороться. За каждый раунд. Вот.